Здравствуйте, меня зовут Елена Стенькина. Я профессиональный аккордеонист. Вы можете прочитать больше информации обо мне на сайте Golden Time Talent, если вам хочется узнать больше обо мне. Хочу сказать, что это честь для меня быть в составе жюри, и это очень тяжело сделать, потому что очень много талантливых исполнителей. И лично я думаю, что не все заслуживают победить. Вот. И хочу сказать большое спасибо за приглашение быть частью такого замечательного конкурса. Это честь на самом деле. Вот. И хочу сказать спасибо людям, которые организуют это мероприятие, потому что это просто гигантская работа. И ну, это очень сложно. И на самом деле мало людей задумываются над этим, как сложно организовать конкурс такого масштаба. И я также желаю людям, организаторам успехов. Вот. Спасибо, что помогаете талантливым людям быть замеченными. Вот. Немного повторюсь о том, что быть жюри – это сложно. И сложно выбрать несколько человек. Но, на мой взгляд, мои самые любимые исполнители – это GN Septet, Мамадов Эмиль Афросияб. Я всех призываю посмотреть их видео и заглянуть на их веб-сайт, потому что они действительно талантливые люди, и я желаю им успехов, вот, больших успехов, и сейчас я являюсь их фанатом, вот. Также мне понравились Нина Метакса, Софи Микаэльян, Суат Наджафова, Бенас Чодзин и ансамбль из музыкантов Айджан Бекенова, Жанат Еманов, Лейла Акшпекова. Я извиняюсь, если я чью-то фамилию и имя произнесла неверно. Я очень старалась, вот, и надеюсь, никого не обидела. Пожалуйста, не обижайтесь. Вот. Хочу также сказать, как бывший участник 50-го сезона, я взяла гран-при, а сейчас меня пригласили в жюри. Хочу сказать, что очень много талантливых людей, и, на мой взгляд, ну, большинство заслуживают взять первое место и гран-при. Вот, настолько сложно было выбирать. Вот, ну и также желаю больших успехов творческих, и вне зависимости, какое место вы заняли, пожалуйста, продолжайте заниматься творчеством и делать то, что вы делаете, потому что вы делаете это здорово, замечательно. И ну, мы музыканты, мы вдохновляем других людей, даем им хорошее настроение, эмоции. Вот. И, наверное, другие люди должны слышать хорошую музыку, вот, благодаря нам. Поэтому, пожалуйста, делайте то, что вы делаете, и больших вам успехов в творческой карьере и всего самого наилучшего. Пока!